Все действия по признанию злоумышленника он совершал, долго не думая, в сиюминутном, так сказать, порыве. Полицейские задержали 20-летнего ульяновца, который сознался в грабеже и краже. Вчера шел ночью, вижу, женщина подходит к подъезду, разговаривает по телефону. Я долго не думаю, подбегаю к ней, выхватываю у нее телефон и убегаю. Потом я перевожу с ее карточки деньги. Какая сумма? 7000 рублей. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска задержали предполагаемого злоумышленника 2002 года рождения. Как пояснил задержанный, выхватив телефон, он убежал и впоследствии перевел деньги на счет своей сестры, откуда потратил их на личные нужды. В ходе разбирательства оперативники установили причастность задержанного и к совершению двух краж велосипедов, которые злоумышленник позже продал. Зашел в подъезд, увидел велосипед, стоит. Долго не думая, завез его в лифт и спустился на первый этаж и уехал. В настоящее время по факту совершения грабежа и трех краж органами предварительного следствия возбуждены уголовные дела. По ходатайству следствия судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь у молодого человека будет время подумать, тем более, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Кража».